Только с ближним светлом фар с 25 мая по 5 червеня у Беларуси проходит специальное комплексное мероприемство «Увага, дети». Супрацовники ДАИ нагадывают водителям, худко летние каникулы, треба, каб дети не губляли пильности на дороге. Звернуть увагу на безопасность детей на дорогах и повысить дбайность водителей. Такая мета держаутоинспекторов на передадні летних каникул. На протягу 10 дзён с 25 мая по 5 червня от автоуладальников потребуется рухаться у светлый час суток с уключенным ближним светлом фар. Мы когда двигаемся, мы всегда с ребенком, и даже на работу я еду с утра, я тоже с включенными фарами. Это очень существенно влияет на безопасность в целом дорожного движения. А с учетом того, что сейчас начинаются детские каникулы, конечно, это безусловно правильно и нужно. Вы подъехали без включенного света фар. Почему? А, сегодня уже последний звонок, надо будет включать, да, я так понял? С 25 мая. С 25 мая. Буду теперь ездить со светом. Обещаете? Обещаю. Сёлета на Магілёўшчыне у ДТЗ были травмированы 11 детей. И, как показывает статистика, с надыходом тепла обстановка на дороге только погоршается. При проведении мероприемства «Увага, дети» выключения у няма ни для якого виду автотранспорта. У дорожным руху принимать удел мают право только машины с уключенным светлом фар. По меркованию супрацовников ДАИ, да помогчи водителям заховать життё и здоровье юных удельников дорожного руху, повинны и батьки. Все мы в ответе за безопасность наших детей. Поэтому родителям необходимо ежедневно напоминать о правилах перехода проезжей части, вождения велосипеда, так как это самое распространенное нарушение для детей. По назираннях держаутоинспектора у Магілёўшчыны на дорогах автомобили у основным с уключенным ближним. Порушальникам же придется заплатить штраф. Его помер до 2 базовых величин. Олеся Рыбалка, Виталь Вопсиу, новини региона.